feet, where will you be? Flickering through memories, the Polaroids yellowed in the sun, longing to be seen. So come and hide, hide with me, hide with me, hide with me. Come and hide, hide with me, hide with me, hide with me. Всем привет, это Закупыч, и смотрите, сбылась наконец-таки моя мечта. Давно я мечтал о стабилизаторе стедикаме для смартфона, называйте его как хотите. Стедикам для смартфонов FreeVision Vilta M. Достаточно профессиональный девайс, так как я считаю, что видеосъемка на мобильное устройство — это то, что нам нужно, это за этим будущее. Поэтому, если вы начинающий блогер, ютубер, советую вам сначала купить вот такую штуку себе на телефон, а потом уже покупать там дорогущие камеры. Внизу в описании вы найдете приятную скидку 15% от Закупыча. И у меня хорошая новость, скоро для этого устройства выходит русскоязычное приложение. Даже кейсик есть. Вот, кстати, признак хорошего дорогого девайса — это то, что в комплекте есть кейс. И вот тут, посмотрите, какие тяночки няшные, фоткают себя, снимают красиво и стабилизируются. Давайте все открывать. Сначала я сниму распаковку, потом я недельку побегаю с ним, поснимаю красивых кадров, и сразу же в этом видео будет уже и мой отзыв. Вау! Вот так все у нас открывается. FreeVision Vilta M, стедикам для смартфона, краткое руководство пользователя. Важно, запрещается, нельзя переносить и держать стедикам за подвес для смартфона. Только за ручку держите. Не, в общем, инструкцию надо изучать. Радует то, что здесь все у нас на русском, потому что это приехал ко мне из магазина Dajet. Магазин Dajet вообще всем советую, очень много крутых девайсов у меня от них. Не подводят, рад. Как настроение? Итак, смотрите, я сейчас снимаю без стабилизации, ну, без стабилизатора. Просто держу телефон в руках. Сейчас мы сравним со стабилизатором. Ну, вот так он снимает видео со стабилизатором. Только это полностью ручные настройки, потому что на автоматических настройках у меня фокус постоянно гуляет. А так фокус задал. Ну, задавайте фокус где-то 0.8, 1.4, вот так, в настройках этого приложения. Так что хорошо, что есть эти профессиональные настройки, видите. Идем сейчас. Все плавненько, о, могу наверх посмотреть, могу вниз посмотреть. О, ножки. Да, тоже. О, Милана. Да, и могу наверх поднять. Только к джойстику надо привыкнуть. Никак не могу привыкнуть к джойстику. Папа, Милан хочет тоже поснимать. Сейчас, Милан, дадим тебе поснимать. О, идем, смотрите, проходим. Давай. Тут машины едут. А мы их обходим. Обходим одного, второго, третьего. И, кстати, он вкусненько пахнет. Он вкусненько пахнет резиной почему-то. Такой, знаете, прям покрышками автомобильными. Но мне просто нравится этот запах. Потом у нас тут есть, смотрите, ремешок. Я так понимаю, можно его подвесить куда-нибудь. Видите, тут крепление. А здесь у нас тоже есть ремешок на руку. Можем повесить. И открываем чемодан киллера. Хоп. Киллера, да, крутых видосов. Так, вау, посмотрите, тут все такое мягенькое. Это даже не мягенькое, это как будто бы такое резиновое. Вот здесь, вот вы не видите? Такое как резиновое, непонятное. Очень прикольное на ощупь. Здесь у нас, получается, зарядочка идет. Микро-USB на USB. Вот такая зарядка. Тут у нас, опа, вот так все отстегивается. И вот оно. О, смотрите, он уже стабилизируется. Ю-ху-ху, ю-ху-ху. Помните эту рекламу, где куры стабилизировали себя? Вау, какой он здоровенный. Интересно, он включится сразу? Наверное, просто надо его сначала поставить ровно. Также в стабилизаторе есть датчик нахождения телефона в нем.
То есть этот датчик можно включить в приложение. Если же этот датчик включен по умолчанию, то когда телефон не находится в стабилизаторе, стабилизатор не работает. То есть вы можете его включить, но он ничего стабилизировать не будет. Это сделано специально, чтобы если случайно кнопка нажмется, стабилизатор не бесился, то есть не начал бы телефон выравнивать, которого на самом деле в стабилизаторе не установлено. Ну что, мы начинаем запись, сейчас я зажимаю кнопочку. И сейчас мы это все синхроним. Раз, два, раз. Мян, похлопай три раза. О, молодец. Я надеюсь, звук синхронизируется. И теперь смотрите. У меня одна первая функция работает, то есть, видите, горит желтеньким огонечком. То есть, сейчас я наклоняю его влево, он поворачивает влево. Наклоняю вправо, он поворачивается вправо, влево, вправо. А то, что за лицом он должен там ездить? За лицом это нужно, сейчас это потом надо объяснять. Вот, сейчас, к примеру, я нажму два раза на кнопку, на курок, раз, два. И теперь он поворачивается и вниз. Смотрите, я поворачиваю ручку вниз, и он медленно поворачивается вниз. Поворачиваю вверх. И он медленно, причем чем быстрее я поворачиваю, тем быстрее он опускается. На этом у меня стоит сейчас обычный режим, есть еще спорт режим, когда он все это будет делать намного быстрее. Теперь я жму 4 раза на курок, 1, 2, 3, 4. И теперь у него стоит режим, где он вообще неподвижен, смотрите. То есть смотрите, я вот так, и он постоянно, ну, смотрит в одну точку, то есть он вообще никуда не поворачивается, он постоянно залип. Единственное только, если в селфи режим я переверну, видите, он перевернулся в селфи режим. Если его переворачиваю в обычный, вот селфи режим, обычный режим. Могу его перевернуть вообще. И теперь можем снимать пробежечку. К примеру, смотрите, я сейчас побегу. Итак, пользуюсь я устройством уже больше недели. Вот, сейчас я вам покажу все настройки приложения и минусы и плюсы. Здесь один минус – это приложение фирменное, потому что оно на английском языке. То есть вот, смотрите, оно полностью на английском. И для того, чтобы подключить к телефону, нам нужно включить Bluetooth на телефоне. Включаем Bluetooth, разрешить и connect. Сейчас он у нас законнектится. А, для начала нужно его включить. Задерживаем долго нажатию клавиши, и все. У нас включается. И сейчас пошло подключение. Все. Он у нас синхронизировался. Теперь мы можем им управлять полностью. Вон, влево-вправо. Смотрите, я зажимаю курок и жму на джойстике назад. И он у меня как бы назад. Если вверх, тогда получается у нас зум работает. То есть с нажатым курком джойстик вниз-вверх, это... Вот такое движение. Сейчас, смотрите, снимает меня Милана. Кстати, это видео и тесты мы снимаем полностью на этот, на телефоны. То есть я снимаю на телефон жены, Милана снимает на мой телефон. Ну пошли, Милан, иди. Ну, смотрите, ребенок снимает кино. Милан, тебе нравится? Можно кнопку жмать? Не, кнопку не надо жмать, ты это самое, ты главное снимай. А то ты сейчас нажмешь, там что ничего не сможет. О, смотрите, Милана даже побежала. Стой, 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 не бегай, ты упадешь. Сейчас я Милане поставил селфи-режим стандартный, горит желтенький огонечек. Это он, то есть вниз не поворачивается, чтобы горизонт отслеживать, чтобы ребенок мог снимать, чтобы он все ботинки не снимал. Ну-ка, Милан, повернись сюда, поснимай меня. Ну, как тебе эта штука, подвигай ручками? Влево-вправо? О, а он снимает ровно, да? Далее, если мы зажмем курок нажатым, это у нас просто фокус, типа он у нас сфокусировался. И если нажатый курок и жмем джойстиком влево-вправо, видите, он у нас вот так поворачивается. Влево и вправо, такой наклончик. Если мы три раза нажмем курок, раз, два, три, тогда он у нас автоматически выравнивается, прям держит горизонт. Также здесь вы можете видеть, у нас заряд показывает телефона в приложении и самого стабилизатора. Кстати, если вы телефон установите немножко неправильно, смотрите, здесь мы только шайбу крутим, здесь только установка, то, что вы в выключенном стабилизаторе должны регулировать шайбу, вы выровняли телефон, и все. Если вы выровняете его неправильно, ну, неровно будет, тогда он вам покажет, типа, поверните телефон влево, вправо, то есть он здесь в приложении еще автоматически может им управлять. Также, погнали, если мы один раз нажмем курок, у нас горит желтый огонечек, это селфи-режим, видите? То есть я ворочаю телефоном влево-вправо, и он следует за рукой. Вниз-вверх он ничего не следует. Если нажму на курок два раза, раз-два, огонечек у нас горит красным, и теперь, если я поворачиваю вниз, у нас медленно поворачивается вниз телефон. Если вверх, у нас медленно вверх, то есть у нас теперь оси разблокированы все. Если один раз жму, у нас снова селфи-режим, и теперь только одна ось разблокирована, влево-вправо жму. Он поворачивается. Вверх-вниз, ничего не поворачивается. Если жму три раза на курок, раз, два, три, телефон автоматически выравнивается снова ровненько. Также, если нажимать 4 раза, раз, два, три, четыре, то он у нас становится, вообще все оси заблокированы. Видите, я как не жму,
Вот его двигаю вверх-вперед, вверх-вниз, влево-вправо, он всегда смотрит в одну сторону. То есть, если вам нужно зафиксировать одну точку, тоже жмите 4 раза на курок. Жму я снова один раз на курок, и снова у нас селфи-режим. 3 раза на курок, 1, 2, 3, и у нас телефон снова выровнялся идеально ровно. Также, для того, чтобы сделать фотографию, жмем один раз вот сюда, на кнопочку, он сделал фото, и зажимаем ее на 2 секунды, 1, 2, и он у нас автоматически начинает записывать видео. Правда, у меня память кончается на телефоне, не могу сейчас видео включить. Но все тесты вы могли видеть в начале видео, стабилизирует он офигенно. Я вам отвечаю, то, что это вообще штука очень крутая. Лежит в руке она идеально, она прям идеально создана для моей руки. Здесь снизу еще есть, смотрите, резьба, чтобы установить его на штатив. Вот минус то, что в комплекте не было ножки, треноги. Я заказал себе с Алиэкспресс треногу за 200 рублей. И теперь его можно будет писать там лапсы, установив его на пол, поставили его на землю, и все у нас записывает. Также вы можете джойстиком также управлять телефоном. То есть не обязательно даже синхронизировать с приложением. Просто джойстиком можете управлять влево-вправо, как вам нужно. О, смотрите. Он нам показывает, типа, что телефон сбился, вот про что я вам говорил, типа, поверните чуть-чуть его влево. Ну, у нас и так двигатели справляются, то есть не обязательно даже его там что-то регулировать. Снова нажимали 3 раза, 1, 2, 3, и он у нас выровнялся. Здесь у нас справа есть USB-вход. USB-вход здесь мы можем заряжать гимбал, и также мы здесь можем заряжать от него телефон, то есть можно пользоваться как пауэрбанком. То есть через этот USB-выход можно зарядить свой телефон. Единственный минус, что, видите, зарядка у меня снизу, я не могу сюда шнур никак воткнуть. Но это не проблема, если у вас телефон сядет, подзарядили, пока там полчасика вы там не работаете. На съемочный день здесь аккумулятора хватает на 19 часов работы. Его на съемочный день точно хватит, это 100%, и ничего вам не нужно думать. Также гимбал можно пустить в режим ожидания. Один раз нажимаем кнопку «Выключить», и все, он у нас в режиме ожидания. Снова «Включить». И он у нас включается. Также прикольно здесь реализован селфи-режим. Смотрите, я его поворачиваю-поворачиваю. Хопа, все, снимаем селфи. Поворачиваю-поворачиваю. Хоп, снова снимаем видео. Если хотите снимать от земли, там какие-нибудь пробежечки я с дочкой снимал, просто переворачиваем его, и снова он у нас выравнивается. Все делается автоматически. Так что с этим вопросов никаких нету. Про комбинации клавиш я вам рассказал. Давайте расскажу про само приложение. В приложение мы можем зайти вот сюда, в шестереночку, и настроить запись видео. Видите, он поддерживает у меня видео в 4К, Full HD. Так что плюс то, что он умеет поддерживать 4К. Также тут можно задать размеры фото, размеры видео. И даже он поддерживает экспериментальный HD качество 120 кадров в секунду. То есть можно снимать супер замедленные видео. Здесь мы можем выбрать, какой у нас мод батарейный. У меня стоит 2, потому что советуют второй поставить. Первый даже не знаю, что это такое. Фокус лок, это в режиме панорамы. Когда мы снимаем панораму, можем, чтобы фокус не работал. То есть мы зафиксировали фокус на одной точке, и все. Советую всем зафиксировать фокус. И также здесь остальные настройки. Даже можно включить стабилизацию самого телефона, получить супер стабилизацию, но мне это не нужно. Работа хватает просто этой стабилизации гимбала. О, смотрите, как демон, он чувствует то, что я его выраню. А, кстати, приколюха, смотрите, я могу им двигать. То есть можно задать так любое расположение. То есть вот так рукой, хопа, это тоже можно отключать. То есть рукой его можно регулировать влево-вправо, как вы хотите выставить композицию рукой. Тут настройки гимбала самого, спорт мод, типа он будет у вас быстро работать. Валк мод будет медленно поворачиваться. И также здесь есть калибрация. Калибровка выполнять очень легко, я ее уже делал. То есть видите, он у нас отключается. Все, что вам нужно, это выставить, как показано на картинке, гимбал. И все, он у нас откалибруется. Я вернулся, я уже калибровку делал. Также мы здесь можем настроить чувствительность джойстиков каждую, по каждой оси, вверх-вниз, слева-вправо, как быстро он будет передвигаться у вас. Ну, это нам не нужно. И информация, кстати, информация, обычно это ненужная фигня, но здесь это очень важно. Здесь даже есть юзер-мануал, можно почитать полностью. Вот то, что в инструкции из коробки не было указано, здесь я как раз-таки и вычитал, что можно им пользоваться как пауэрбанком. Здесь все это дело указано. Так что всем советую почитать инструкцию на английском языке. И также по обновлению, ПО здесь обновляется автоматически при подключенному к Wi-Fi телефону, то есть вы его подключаете гимбалу, и все у нас автоматически с телефона прилетает обновление на него. Сейчас поставил телефон жены, снимаю в 4К. Можно даже масштабировать. Вот сейчас, к примеру, прикольный эффект можно сделать. Мы подходим ближе.
а я увеличу картинку и буду делать наоборот наплыв на себя. И должно получиться прикольно. Вот так идем. У жены полностью настройки автоматом сейчас стоят. Ну, у нее телефон получше, чем мой. У меня телефон за 15 тысяч, у нее за 25. Так что должно быть покрасивше. И основное меню, там, где вот как раз-таки мы можем задать таймлапс, выбирать частоту секундов, продолжительность. То есть, смотрите, я ставлю, например, один кадр в секунду, выбираю, и 2 минуты он мне показывает то, что у вас получится 4 секунды видео. И трипод мод можно даже указать, типа то, что он стоит у нас неподвижно. Также, кроме таймлапсов, здесь можно записывать motion таймлапс. Это когда он будет двигаться. То есть, смотрите, я задаю начальную точку, вот она, к примеру, и поворачиваю вниз, и задаю исходную точку. И теперь авто включаю, и все, у нас будет автоматически писать таймлапс из исходящей точки, которую мы сфоткали, до приходящей конечной. Но опять же, у меня идет сейчас запись видео, поэтому... О, смотрите, не-не, работает! Смотрите, он автоматически начинает медленно-медленно двигаться и снимает для нас таймлапс. В течение 1 минуты это будет режим продолжаться. То есть он сам ворочает камеру вниз-вверх. Но мы напишем стоп. Давайте посмотрим дальше, что тут есть интересного в настройках. Motion Lapse — это просто он будет плавненько снимать, к примеру, там панораму для вас. То есть задаем исходную точку, задаем конечную точку, жмем авто и next. 10 секунд, к примеру. Если хотите, чтобы он медленно-медленно в течение минуты поворачивался, выбирайте минуту. Я выбираю 10 секунд. И старт. И смотрите, он автоматически начинает поворачиваться. То есть вообще ничего не делаю. Он автоматически снимает панораму. О, все, снял панораму, все готово. Заходим дальше в настройки. Здесь можно выбрать баланс белого, авто и так далее. Грид. Это сетку можем задать. Видите, какие виды сетки. Ну, мне нравится вот такая сетка, самая обычная. То есть для помощи, чтобы горизонт не заваливать. И камера мод. Вот самая основная функция, которая нужна всем. Здесь можно полностью выбрать ручные настройки. То есть можно даже... Самое главное, что здесь можно заблокировать автофокус. Вот автофокус, он всегда мешает, когда снимаешь плавное видео. Задаем автофокус там на 0, на единичку и так далее. Выбираем ISO нам нужное. И снимаем в ручных настройках. Не все приложения это умеют делать. Можем даже спрятать эти настроечки вот так, хопа. Жмем еще раз. Задаем ручные настройки и снимаем. Я всем советую, если вы будете снимать какой-нибудь клип или красивое видео, нужно полностью снимать в ручных настройках, чтобы фокус у вас не гулял туда-сюда. Так, ну и на автоматических настройках также можно снимать. И вот как раз-таки можем указать зум, автоматический фокус или ручной. Также можно выйти здесь, видите, я вышел. Снова зайти. Также тут есть значок Bluetooth, он мне постоянно показывает, что я неправильно откалибровал, типа поверните телефон в правую сторону немного, видите. Также, о, самая прикольная функция — это автоотслеживание. Смотрите, я сейчас, к примеру, возьму слона, обведу его, и смотрите, гимбал теперь следует за ним. То есть вообще не нужен оператор. Обвели себе так, и он будет за вами следовать полностью за слоном. Вот это вообще прикольная функция. Если вниз, то он вниз будет следить. А, нет, у меня сейчас включен мод, то, что он по вниз-вверх не лазит. Поэтому он будет только влево-вправо следить за ним. Жмем 3 раза. 1, 2, 3. И он у нас вернулся в исходящее положение. Отключаем эту функцию, пока она нам не нужна. И здесь также вручную мы можем регулировать настройку видео-фото. Вот такие вы у меня красивые. То есть можно снимать и селфи, и переключаться на селфи туда-сюда, влево-вправо, как хотите. И также двойным нажатием на кубик рядом включения тоже можно переключать селфи-режим. Еще раз жмем. Видите, хоп, обратно вернулся. Здесь еще есть редактор видео. То есть можно редактировать видео. А, не могу сейчас редактировать, потому что у меня запись экрана. В общем, здесь можно редактировать видео прямо в программе. Там как в DaVinci, в этом, в редакторе, то есть они идут сверху вниз, можно накладывать музыку, подрезать, урезать, делать все что угодно, включить вспышку, например, свет включить, чтобы он постоянно горел, видите, сделать автоматом. В общем, всеми настройками телефона здесь можно управлять. Приложение просто огонь. Это самое лучшее приложение для телефона, для съемки видеозаписи, которое я только видел на Android, и тем более оно бесплатное. То есть скачали, бесплатно пользуйтесь всеми возможностями. Даже, к примеру, если отключу гимбал,
Посмотрите, я его выключил. Все, он у меня выключился. О, кстати, он, видите, у меня неправильно откалиброван. Я беру шайбочку, откручиваю ее. Вот так, хоп, поворачиваю. Выровнял телефон. И все. Видите, как он? Чик. Вот, и вся калибровка. Калибровка занимает, наверное, секунд 10 максимум. Вот, и смотрите, даже когда у нас все выключено, гимбал выключен, я все равно смогу снимать таймлапсы. К примеру, если ваш телефон не поддерживает таймлапсы, вот, задаете 10 секунд таймлапса и погнали снимать. То есть можно снимать таймлапсы, панорамы в этом же режиме, можно HDR снимать. О, панораму, к примеру, выбираем 180 градусов. И все, и погнали снимать. В общем, очень удобное приложение. Этому гимбалу я ставлю вообще, наверное, 10 из 10 баллов. Всем советую, я думаю, это отличный подарок на Новый год, кому угодно. Работает все четко. Посмотрите, какой красавчик. О, к примеру, давайте я сейчас его заблокирую весь. Раз, два, три, четыре. В общем, у вас получится снимать офигенные видео. Ой. Вот это, да, без треноги, видите, его нельзя так оставлять. Все-таки треногу сюда лучше установить. Тем более хорошо, что тут есть разъем. Смотрите, даже так можно снимать видео. О, в общем, крутая штука. Ссылочка на этот гимбал будет в описании. Также будет ссылочка на промокод от Закупыча. То есть можете скупить его со скидкой. Кстати, я смотрел обзоры на эту штуку от американских блогеров. Они его сравнивали, разумеется, с кем можно сравнивать? С Osmo, сравнивали его с DJI. И он уделывает всех, на удивление. Он стоит чуть дешевле их и уделывает их всех. А, еще чуть не забыл. Вы можете меня спросить, что это за штука здесь, переключатель, видите? Здесь есть какой-то переключатель. И этот переключатель здесь установлен с другой модели. Есть еще такая же модель, можно купить, которая держит экшн-камеры. И там съемная площадка, то есть вы можете вот так в красную перевести ползунок, снять ее, установить себе на шлем, на велосипед и так далее. Здесь же просто ручка от модели той стоит, поэтому здесь эта штука не работает. То есть здесь вы ничего переключить не сможете. Но если вы купите такую же модель, но для экшн-камеры, сможете ее отсоединить и поставить себе на шлем. Ну вот и все, наверное, все я вам про него рассказал. Эргономика отличная, очень много плюсов у этого устройства. Минусов практически нету. Очень мощное приложение для Android. Самое лучшее, я думаю, для Android, которое только можно найти. На iOS, не знаю, не пробовал. У меня iPhone нету, чтобы протестировать. Снимаем панорамы, снимаем таймлапсы, снимаем все, что угодно, и делаем красивые видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, что посмотрели этот обзор. Всем пока!